Международный день пожилых людей отмечается каждый год в первый день октября. В этот праздник все внимание уделяется людям старшего поколения. Важно не забыть поздравить своих бабушек и дедушек. Отметили важную дату в Щелковском театре. Для всех жителей солидного возраста организовали праздничный концерт с выступлением артистов и музыкантов. С пожеланиями всего самого лучшего ко всем представителям солидного возраста обратились специально приглашенные гости. Позвольте мне поздравить вас с прекрасным праздником, осенним праздником от главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова. Пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Не поворачивается язык сказать «с днем пожилого человека». Да какие же вы пожилые? Вы полны сил, энергии, и вы нас заряжаете к тому, чтобы мы исполняли все свои обязательства для того, чтобы нам, в городском округе Щелково, Московской области, жилось комфортно, удобно и безопасно. Мы решили узнать у пришедших на праздник представителей старшего поколения, что для них значит этот день, считают ли они его важным и какие чувства и эмоции переполняют их в этот праздник. Этот праздник, именно наш праздник, праздник наших людей, наших старичков, будем так говорить. Вот мне 85 лет, я рада, что я сегодня пришла, значит, кого-то я увидела, кого-то, с кем-то я переговорила. Вот. А то порой, знаете, дома сидишь, смотришь или вот выходишь, вроде людей нет, хоть кого-нибудь бы еще увидеть. Нас не признают пожилыми людьми, мы, говорит, душа молодая, и поэтому мы стараемся всегда быть в форме и быть примером для подрастающего поколения. Помимо праздничного концерта, для всех пришедших гостей в холле театра были представлены стенды, рассказывающие о том, как в городском округе Щелково реализуется программа активного долголетия. Так, для пенсионеров совершенно бесплатно работают секции по скандинавской ходьбе, фитнесу, оздоровительной гимнастике, компьютерной грамотности, танцам. Записаться на занятия может любой пенсионер. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.